Друзья, всем привет! Вот получил с AliExpress вот такую вот штучку. Это USB удлинитель. Теперь надо его куда-то приспособить, так как у меня от магнитола выходит он где-то вот здесь вот. Сюда мы надо его вставить. И, возможно, мы его сюда установим в бардачок, где круглая штучка приспособлена. Здесь розетка, она пригодится, 12 вольтовая. Не будем ее использовать. У меня здесь иногда я зарядку вставляю вот такой вот. А эту будем ставить сюда. Но значит по диаметру у нас как-то так же. Надо какой-то переходничок, чтобы из пластика сейчас вырежем и будет, чтобы держалось покрепче. Тут отверстие маловато. Или новое отверстие просверлить где-нибудь вот здесь, рядом. Сейчас посмотрим. Ну что, так как у нас отверстие в панели очень такое же, как и этот диаметр, я сделал такую вот заглушечку, приклеил двухсторонний скотч. Это у нас будет вставлять сюда, а это мы сейчас приклеим в панель. Вот просверлил вот таким вот сверлом на 20, а вырезал пластик вот из такого вот кусочка вот номера, под номер пластика. Ну вот, все мы приклеили на скотч двусторонний, все у нас стоит. Сейчас мы здесь подключимся и все замотаем антишумом, антискрипом, чтобы там все у нас ничего не скрипело, не звенело. Вот флешечку вставил. Выглядит вот так вот у нас теперь.